Ну, для меня вот, для моим основным учителем последние несколько лет является мой младший сын. Серьезно? Да, ему вот сейчас ему 4 годика, а вот когда ему было 2-3, он был моим основным учителем, потому что я наблюдал за тем, как он учится ходить. И, ну, когда ты в банкротном процессе, когда у тебя там была какая-то большая империя, потом там все рухнуло, как-то надо заново что-то строить, начинать, мне было очень интересно, как он учится ходить. А он учится очень просто. Он вообще даже не задумывается, что он упал. То есть он встает, падает, встает, падает, встает, падает, встает, падает. И так происходит на протяжении нескольких месяцев. Да. И вообще у него там ни совести, ни стыда. Бессовестный. Да.